Я хотела обратить внимание на новую статью этого закона, это медицинские изделия. Действительно, сейчас ранее в нашем понимании медицинские изделия это были расходные материалы, перевязка и так далее. Сейчас же четко регламентируется и оговаривается, что это прежде всего аппаратура, медицинское оборудование, о котором, в общем-то, в последнее время часто говорят. И то, что это систематизируется в законе, вводится новая статья, то, что будет федеральный регистр этих медицинских изделий, я думаю, что это абсолютно правильное решение. И мне еще дальше, мне кажется, необходимо ввести, кроме федерального регистра, еще, наверное, регистрацию цен. То, что по аналогии с вывели по регистрации цен по жизненно необходимым важнейшим лекарственным средствам и привели в порядок, наконец-то, ценовое регулирование вот в этом вопросе, мне кажется, уже дальше, если пойти в этом вопросе, можно и ввести такую норму, как ценовое регулирование. Потому что, вы знаете, поступает медоборудование иностранного производства, по какой оно цене, никто не знает. Разные фирмы-производители поставляют по разным ценам. Цены причем скачут в больших таких вот, большая разница происходит в ценовом плане. Поэтому здесь, по-моему, если мы регулируем уже обращение медоизделий, то нужно и регулировать цены на медоизделия. Еще бы я хотела сказать по аквадным препаратам. Понятно, что вы вводите, но мне непонятно, почему финансирование лекарственного обеспечения аквадного препарата возлагается на региональный бюджет. Это достаточно редкие заболевания, требующие дорогостоящего лечения. И я думаю, можно было включить по аналогии или в отдельную категорию, как семнозоологии, или же отдельно, и финансировать все-таки с федерального бюджета. Еще бы я хотела остановиться на стандартах. Здесь, конечно, стандарты обсуждаются очень широко. Конечно, то, что вводится именно стандарт, многие доктора говорят о том, что как бы не для опасности фельдшеризма. То есть доктор будет знать, что есть стандарт, есть такое-то лечение, есть такая-то, такие-то процедуры, и в рамках этого стандарта будут лечить. Вот. Но здесь, наверное, финансовая сторона очень важна. Насколько я понимаю, что стандарт будет оплачиваться единым тарифом, то есть здесь взаимосвязь с законом об ОМС, и, конечно же, то, что это будет единый тариф, и оплата в полном объеме будет единая на территории всей Российской Федерации, я думаю, что это положительный момент.